Я иду за тобой, Вас. Господи! Я тебя убью нахрен! Спасибо! Ты спас мне жизнь! Сюрприз, мудила! Я... разочарован! Я так на тебя надеялся! Черт! Здесь повсюду огонь! Ты придешь
Плачу десятку! Первому, кто принесет мне мошонку, честь на броси! Ты мой говню! Ты пришел завалить меня в моем же доме из-за стулки, из-за цифры, а журнал брата и пальца не пошили! Это честно! Давай, сделай точку!
же ты! Выходи! Ты водишь, мудила! Храбро дрался, воин. Встань. Насладись победой. Она хочет сделать тебя воином. Ты облажался, Джейсон. Вас мертв. Бросил меня, племя, своих родных. Хойт Волкер соблазнил его деньгами, наркотой. Он стал чудовищем, но он был моим братом. Хойт заплатит за то, что сделал. Тебе и моим братьям я заберу его жизнь. Твои друзья? Они уедут, а я останусь с тобой. Я рада этому. Как ты убьешь Хойта? Я встретил шпиона по имени Уиллис. Он проведет меня на остров Хойта. Умно. Ракьет будут скучать по тебе. Неужели? Вернись ко мне. Кракьет. Скорей.
Джейсон! Уже уходишь? Деннис, я... Ты все еще работаешь на Цитру? А? Мы такие разные. Ты и я. Когда-то мне пришлось побывать в шкуре иммигрантов в Штатах. Я работал механиком в гараже. Все смеялись над моим акцентом. А хозяин платил мне меньше, чем остальным. Они хотели... унизить меня, сына генерала Либерии! Меня унизить! Но я-то знаю, кто я такой. Цитра освободила меня. Она со мной. Желаю удачи, Джейсон, в твоей миссии. Ты в порядке? Ну да. Хорошо. Лодка почти готова, и мы можем вернуться домой. Я не поеду. Что? О чем это ты? Я нашел свое место. Оно здесь, на острове. Джейсон, ты серьезно? Лиза. Я просто пытаюсь понять, что к чему. Впервые в жизни я точно знаю, чего хочу. Я не упущу эту возможность. Ты совсем взрослый, я целую вечность этого ждала. А теперь ты уходишь. Прощай, Лиз. Лиза, отпусти его. Тяжело. Хуже, чем я думал. Ладно, к делу. Итак, агент Уиллис.
Долго не слышал о тебе. Думал, ты покинул остров? Нет. Я остаюсь. Я нет. Операция в России идет полным ходом. Я включен в состав ОТГ-141, лечу вечером. Хорошо поработали. Спасибо. Слушай, пока ты здесь, есть просьба. Помоги мне достать Хойта. Это невозможно. Проще грохнуть Папу Римского. Впрочем, можешь попытаться. Когда-то у меня там был агент, и он еще жив. Вроде. Поможешь попасть туда? Я пролечу над островом Хойта по пути в Россию. Можешь прыгнуть? Координаты скину. Отлично. Буду там. Вылет через несколько минут. С тобой или без тебя. Алама. Пираты окружают меня, выручай. Пираты окружают меня, выручай! Забрали ветер из его парусов. Я исправлю.
Похоже, им идет подмога. Прикрой! Ты подбой, Рам! Слышишь? Вон там! Джейсон, залезай. Ты летишь на этом в Россию? Ты что, сдурел? Я пересяду в Сингапуре. Ты слышал, что они запретили жвачку в Сингапуре? Жвачка — это историческое прошлое Америки. Таким образом, они фактически объявили войну дяде Сэму. Спасибо. Залезай. Я сказал, залезай. Да. Кстати, мой человек, Сэм, служит в армии Хойта. Если просвистишь звездно-полосатый флаг в Дерстоне в паре «Здоровый хрен», он поймет, что ты от меня. Я всю свою жизнь отдал управлению. И мне не удалось избежать ошибок, но я всегда был патриотом. Да, сэр. Мы почти вылетели из джунглей. Ха-ха-ха! Oh.
остановка! Лети, Джейсон, лети! Ты уверен, что это сработает? Поверь мне! Просто раскинь руки, это сработает! Удачи в России! Я счастлив служить моей стране! Реален ли этот Сэм? Реален ли этот Сэм? Thank you.
Офигеть! Здоровый хрен существует. Эй! Эй! Пиво? Да. Я ищу друга. Наемника Сэма. Я знаю одного Сэма. В задней комнате играют в покер. В основном это парни Хойта. Попробуй что-нибудь придумать, чтобы тебя туда пригласили. Ты куда? Догадайся. Сыграть в покер. Если нет денег на ставку, не трать время зря. Хватит? Хорошо. Ты в игре. Добро пожаловать в игру. Салага. Садись. Отвечу. Отвечу. Карты не к черту. Я чекну. Ничего, у меня еще есть. Кидываю. Идите к папе. Мне надоело. Я выхожу. Уже? Ты хочешь продолжить, Карл? Может, нам поднять ставки? Нет, Сэм. Это я так. Гуд. Думаю, с меня хватит. Ну и катись. Кого ты работаешь? Я от Виллиса. Как он там? Я за него переживал. О нем ничего не было слышно все эти годы. Ну, он в порядке вроде. Лос! Куда он пошел?